Здесь, товарищи, как дела? Мы сегодня находимся в кухне Taste of Russia. Taste of Russia. На кухне Taste of Russia. Тут у нас настоящие англичане. Дина Кристен, настоящая у нас иностранка. Так что я тоже иностранец. Значит, оказывается, что у нас сегодня импортная передача. Так что импортный ведущий. Так что мы сегодня будем делать... В Сербии называется Караджорджево шницл. К сожалению, нет у нас сербский настоящий каймак. Мы его поменяем на горгонзолу. А сейчас там достаточно просто, легко. Мы возьмем так кусок вырезки. Сейчас мы снимем эту пленку. Taste of Russia. Russia нас сегодня тестирует. Но как, Дина, мы тут импортные иностранцы и бла-бла-бла. Зачем они нам это делают? Что они хотят с нас? Мы готовим, стараемся да их веселим, стараемся да им сделаем вкусно, да им дадим какую-то идею, но они нас тестируют. Зачем? Taste of Russia означает вкус России. А, вкус России. А если у вас случайно молоток дало мясо? Значит так, товарищи, кого возбуждает, есть такая музыка, можно это все там у ритму, кто хочет просто так. Посолте это все, что и было вкусно, обязательно. Перчик, обязательно. Немного паприки, сладкий. Чеснока. Очень полезно, сейчас зима. Ну, я ем и лети, мне чеснок. Очень нравится всегда. Это часть моей личности. Сейчас я туда добавим два хорошего куска. Тут мы сербы добавляем пенку от молока, называется она каймак. Но как-то у нас сегодня нету каймака, Москва не достанешь, если достанешь, слишком дорого. Мы пошли на рынок, купили горгонзолу. Можно любой сыр, который плавится. Тут у меня был хамон, но кто-то сожрал уже. Так что или добавите бекон внутрь, или чего хотите, как удобно. Добавьте обязательно веточку тимьяна. Когда готовите, надо экспериментировать. Сейчас мы то закроем все эти стороны. Немножко посолим. Солим, добавим сюда паприку. И, самое важное, время не тирайте. Включи нам эту большую штучку вика. Максимал, блюдо очень-очень не полезно. Понятно? Но очень вкусно. У кого есть фритюрница, тоже можно обойтись. Возьмете муку, все это смажете. Яйцо, оно мутится так. Ну, посмотрим английский вариант. В Англии уже умеют делать омлет. В Америке. У американка, что ли? Да. Все, вот так. Сейчас это наше мясо ставим у яйца. Мука больше никому не надо. Масло нагревается. А за это время мы смутим наше мясо у яйца. Так и так. И все это мы ставим у сухари панировочный. Со всех сторон закроем. Фишка сейчас это все хорошо провалять, чтобы у нас не было дырок. Добавьте сюда в фритюрницу и все обжариваем. Как уже корочка сделалась, аккуратно то преворачивайте на все стороны, чтобы так подрумянило. Пока у нас идет весь этот процесс, мы возьмем листики зеленого салата. Тут у нас есть, например, помидорчик. Сейчас мы то украсим. Мы добавим чуть помидорчиков. Можно сделать цветочки из перца. У нас есть кудрявая петрушкица. Американцы любят укроп. Как называется по-американски укроп? Дил. Дил. О, my friend, are you ready? We can make the deal. Вытаскиваем наше замечательное блюдо. Выкладываем его на тарелку. Можем, конечно, да накрутим немного перчика. Taste of Russia, вкус России. С вами были Вика, Taste of Russia, Dina Made in California, Серж Маркович, ТВ Джем. Я вам желаю приятного аппетита.